Медаль за освобождение Белграда. Медаль, учрежденная указом Президиума ВС СССР от 9 июня 1945 года. Проект медали создал художник А.И. Кузнецов. Медалью за освобождение Белграда награждаются военнослужащие Красной Армии, военно-морского флота и войск НКВД, непосредственные участники героического штурма и освобождения Белграда в период 29 сентября-22 октября 1944 года. А также организаторы и руководители боевых операций при освобождении этого города. Медаль за освобождение Белграда носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали за взятие Берлина. Медалью за освобождение Белграда награждено около 70 тысяч человек. Описание медали. Медаль за освобождение Белграда изготовляется из латуни и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали по окружности надпись «За освобождение», в центре надпись «Белграда», вверху над надписью «Пати» конечная звездочка, по окружности лавровый венок, лицевая сторона медали окаймлена бортиком. На оборотной стороне медали дата освобождения Белграда 20 октября 1944 года, над датой «Пати» конечная звездочка. Все надписи и изображения на медали выпуклые. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой зеленой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посередине ленты черная полоска шириной 8 мм.